Да, давайте. Что здесь находились? Глава, замглавы вчера вызвал на разговор, мы приехали пообщаться с ним. С разговором? Что да. за пакеты вытащили у себя из-под куртки? Ну, я не знаю, там какой-то пакет. Это ваш пакет? Это мне сейчас передал замглавы. Замглавы вам передал, да? Виктор Юрьевич, да. А как фамилия у Виктора Юрьевича? Я не знаю. Не знаете, он передал. А зачем он вам передал? Не могу ничего сказать. Не можете ничего да. пояснить? Что да. в пакете Скажите, находится? Пройдите, пожалуйста. Не знаю. Не знаете, что ничего, в пакете? Ничего не могу пояснить. Давайте вот сюда, аккуратно. Достаньте содержимое пакета. Сам вашего. Это ваш телефон, да? Да. Вот сюда вот выложите содержимое пакета на машину. Кто? Вы? Вы, вы да, конечно. Ну, давай копия. Ну вот вы-то выложите. Вот, да. Что это такое? Это денежные средства. Да что вы получили? Мы их получили. Знаете, я даже не знаю, за что мы их получили. Может, ваш коллега знает? Я себя плохо чувствую. Немножко я не могу объяснить эту ситуацию. Алло. Да, все работаем. Да, нет, потом составим. Фотошоп нету, я. Пока подожди сейчас. Что вы тут делаете? Дай мне ты, прошу верить. Подайте сюда. Был проведен оперативный эксперимент. Были ранее выданы денежные средства, которые впоследствии переданы данным гражданам. Вот они ксерокопии их, подтверждающие выдачу именно этих денежных средств. Прошу сверить номера. Там какие? Смотри. Я начинаю с первого листа, я вот первый, с последней купюры. Я вы точно из полиции? БА-247. Нет? Ну там первый. А какой первый? А, ГК. ГК-160. Вот смотрите, смотрите. ГК-160-280. Вот, они с последней идут по порядку. А что за них? Сейчас мы все объясним. Вот ГК-160. Вот ЕА-172-60-90. Вот ЕК-203-14-12. И так далее. Пошло все по нумерации. Вам хотите, убедитесь, посмотрите. Сюда. Водите. Давайте разложим, наверное, купюру. Автомобиль кому принадлежит? Автомобиль мой. Ключи где? А вот ключи перед вами лежат. А. Если оставить, то можно, нет? Сейчас, секундочку. Тут жарко здесь. Предметы, вещи запрещенные? Нет, ничего нет. У гражданского нет. оборота или оборот которых ограничен? Нет, смотри. Не, можете проверить. В автомобиле? Да ничего нет. Я может, поднимешь меня рядом, горячо, блядь, да, да, капуш. Почему вы матом ругаетесь? Здесь что здесь? Ну как? Зона комфорта, что ли? Да, вошел. Так не горячо? Да? Тоже горячо, только уже другого места. Ну ничего, хорошо. У меня ничего нет. Встань, поставь, поставь. Так, снимите, пожалуйста. Я подушек сижу. Сейчас отдай. А кто? Берите, пожалуйста. Мужчина. Телефон сюда дайте. Дадите сюда, пожалуйста. Все, засел? Приподнимись. Что? Нет, конечно. Позвони этот Середичу. Сейчас вы сказали бы, за что задержали. Вам объяснят. Как вы сейчас объясните? Да объясним, все, не волнуйтесь. Я так боюсь ехать, даже показали удостоверение. Показали, представили, все нормально. Есть представители общественности. Ваши, да, вещи. Все.
Что это такое? Все, я стою. Может, наряд полиции сюда вызовем? Да не надо. Не, пусть будут. Не, просто не веришь ему, полицейский. Ну, давай, выделим, да, пускай.